Здравствуйте, друзья! Сегодня мы снова собрались для того, чтобы прочитать вам неслучайную книжку. В хорошей компании? Да. С приятной книгой. Что может быть еще лучше? Напоминаем, нужно поставить колокольчики, подписаться и рассказать о наших сказках всем друзьям. Зайчики! Маленьким и большим. Зайчики! Да, история у нас про зайчиков, которая называется «С добрым утром, Карлхен». Каждое утро, когда в окно заглядывает солнце, мама приходит в детскую и ласково говорит: «Карлхен, пора вставать!» И осторожно тянет одеяло. «Доброе утро, пингвин! Ты не видел моего маленького Карлхена?» Говорит мама и снова тянет одеяло. Сонно отвечает пингвин и отворачивается. «Доброе утро, песик Барбосик! Я ищу моего сыночка Карлхена. Ты случайно не знаешь, куда он подевался?» «Гав!» – отвечает песик и опускает уши. «Карлхен, где ты?» – спрашивает мама. И сильнее тянет одеяло за кончик. «Доброе утро, Мишка! Ну-ка скажи, ты наверняка знаешь, где же мой Карлхен?» «Бррррр!» – рычит в ответ Мишка и закрывает глаза. «Карлхен, малыш, где же ты?» – спрашивает мама и стягивает одеяло до конца. «Вот он, Карлхен!» – радуется мама. «Доброе утро, мамочка!» – говорит Карлхен и тоже смеется. До встречи! С вами приятного.